Сегодня тот самый день. Сегодня 2 года клуба Фест. Сегодня здесь будет очень много позитива. Это же империя, как говорится, страсти и позитива. Дорогие друзья, ночной клуб Фест. Наконец-таки мы нашли группу «Марсель», они прятались в чиллауте, и мы на поступах. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы верите в Бога? Да, конечно, конечно. Среди нас атеистов нет. Хотелось бы задать следующий вопрос. Вы знаете, сегодня 2 года клубу «Фест». Я знаю, что уже не первый год к нам приезжаете. Да. Напутствие. Может быть, какие-то пожелания? Может, какие-то, не знаю, репризы у вас есть самовывезенные? Греги. Да? На самом деле нет, я просто всегда люблю на ходу что-нибудь придумывать. Поэтому пожелаю клубу First того, чтобы его никогда не называли клуб First. Да, есть такие называют First еще называют. Или клуб First, да. Вот, желаю побольше народу, чтобы побольше глобальных вечеринок, чтобы народ всегда сюда приходил и уходил довольный, счастливый, отдохнувший. Или уползал. Да, кстати. Да. Сегодня с нами Бостон и Дайя, друзья мои. Хотелось бы, ребят, спросить у вас следующее. А какое у вас чувство? Сегодня 2 года клубу Фест. Они мучаются, у них все прекрасно получается. Как вы думаете, все ли у нас хорошо? Все отлично, на самом деле. Мы очень любим этот клуб. Часто выступаем, нас приглашают. Вы супер. И мы очень рады здесь выступать сегодня, да. Такая дата весомая. Поэтому ожидания дальнейшего. И чтобы все было супер-пупер. Мы будем приезжать чаще. И скоро будут в гримерках раздаваться хот-доги. Пожелали в день рождения нашему клубу. Чтобы клуб процветал, чтобы также ходили люди, было много позитивного народа, была самая лучшая музыка, чтобы Фест жил еще очень-очень много лет. Спасибо, друг. Я думаю, у нас все получится, потому что мы одна команда, ночной клуб Фест. Здравствуйте всем, дорогие телезрители. Радио «Маяк» всегда работает. А у нас ночной клуб «Фест», со мной мой очень хороший товарищ Сергей. Серега, как настроение? Отличное. Пожелай что-нибудь клубу «Фест», сегодня им 2 года. Желаю клубу «Фест» процветания, чтобы гостей побольше было и хороших. Здорово. Самое главное, чтобы йогурты не кисли.